Привет всем хоккейным болельщикам, говорит и показывает G-Drive Arena. Это матч «Авангард» против «Салават Юлаева». «Салават Юлаев», в принципе, начинает эту встречу чуть более активно, нежели чем «Хозяева». И вот бросок, с которым Демченко справляется. И тут же добавка от Григория Панина. Это было опасно, это было горячо. По возможности забросить одну или больше шайб для того, чтобы затем уже более рационально действовать в защите и не тратить силы. Ну и, соответственно, нужно забросить первыми. И они это делают. Александр Хмелевский на исходе второй минуты встречи открывает счет в матче, пробивая очень быстро Василия Демченко. Впрочем, самая быстрая шайба, мы помним, была заброшена Ритом Буше накануне на 17 секунде встречи. Впрочем, это слабое утешение для болельщиков «Авангарда», потому что сейчас «Салават». И атака у «Салавата» в меньшинстве. 2 в 1. Ефремов и Башкиров. Ефремов бросает. Демченко зажал шайбу в домике. И на этом все. Ну, зафиксировал шайбу. И, соответственно, вбрасывание в зоне Василия Демченко состоится. Передача. Иван Николишин бросил. И сыграл на добивании. Попробовал сыграть на добивании Паников там. Возможно, шайба не была прижата с Самоновым плотно, поэтому Кирилл Паников попробовал. Разгадал замысел соперника. 15 секунд, бросок! Это был Буше после поперечной от Ткачева. Шайба опустилась рядом с бедаком «Салавата». Ткачев делал все правильно. С неудобной отыгрывал на свободного, на Шулака. По-прежнему 1-0 в пользу Уфы. По-прежнему моментов ястребы под воротами Самонова практически не создают. Три игрока «Авангарда» на синей линии столпилось. Наброс от Спунера, подправление от Ткачева. Вот работа у Самонова. Накрывает шайбу Александр. Вбрасывание в его зоне состоится. Если кто-то из вот этих соперников проигрывает в основное время, то завтра у «Нефтехимика» шанс будет. А сейчас шанс у «Авангарда»! Райан Спунер после передачи Буше за ворот по чужую синюю линию. Денис резко по тормозам, и хитует его Евгений Тимкин. Болельщики загудели, но здесь все по правилам. Лещенко полез на пятак. Пустозеров бросал в дальний угол, пытаясь поймать на перемещении Василия Демченко. Щитком тот справляется. Проходит шайба с рикошетом от ключки Ивана Телегина. И продолжается большинство у «Салавата» Юлаева. Шмелев бросок в дальний угол. 2-0. Уфа увеличивает разницу и реализует не 5 на 3, но 5 на 4. Делает это достаточно быстро. И Сергей Шмелев отправляется принимать поздравления партнеров. Ну вот такое начало. На исходе второй минуты первого периода. Сильный пас на выскочившего со скамейки запасных Мартынова. Гераськин. Гераськин полез на пятак. И переиграть Самонова не удалось. И там еще шайба была переправлено, но за ворота, а не в них, Игорем. Удаление будет у Уфы. Отложенный штраф. Михайлов бросал. Науменко принял атаку на себя. Демченко не успел добежать до скамейки запасных. У нас небольшая пауза. 22 секунды. 22 номер «Авангарда» сейчас реализует лишнего. Но хоть что-то для мячей, которые очень долго искали подступы к воротам Самонова. Самонова смогли добраться. Шулак. Бросок от синий. Самонов. Идеален ловушкой. Смотрю на скамейку запасных «Авангарда». Нет, замена сейчас не предполагается. Толковать Ткачев. Шулак. Мощно. Не дошла шайба до Самонова. Ткачев. Из угла зоны. Передача. Еще бросок. Самонов спасает сейчас. Это было отличное спасение. По крайней мере, отличное движение. Забирает вбрасывание Шулак мощно. И снова не доходит. Шайба до Александра Самонова. Там заблокировал этот выстрел ногой Луговяк. Ефремов бросил в штангу. Попадает 65-й «Салавата». Вот и в меньшинстве. Эта бригада Омска продолжает работать. Уже полторы минуты по сути. Шулак еще один мощный выстрел уже с более близкого расстояния. Возврат на Либора, на Рида Буше, точнее. Ткачев, пас. Николишин бросает. Самонов успел сложиться и Панюкову не позволил. Перехват на синей линии. Выход один на один у «Салавата». Кузьмин бросок в домик. Демченко на месте. Надежен. Спасает Василий сейчас свою команду. «Авангард» едва не поплатился. 3 минуты большинства почти, а мячи откатали.
Да и Шеребзянов тоже давно не появлялся, ведь в большинстве Пайгин и Шулок задействованы. Гуляев бросил повторно и добивание Спидака. Но где там шайба? Под Самоновым? Да нет, она в поле. Свалка! Бросок по воротам на удачу от Михайлова. Так, удаление у Салавата. Давайте посмотрим, за что. Вот Луговяк, вот сейчас следим за ним. Вот ворота пошатнулись. Ну вот, он там клюшкой пошел запихивать кого-то из ястреба в лед. Салават много играет вчетвером во втором периоде. Сейчас еще 2 минуты. И до этого 5 минут отыграли. Передача, бросок, 2-2! И это большинство реализовано Владимиром Ткачевым. Ну что, поплатился Луговяк за вот эту грубость на своем пятаке. И 3-0-3 до конца второго периода. Так, сегодня 3 из 4 шайб в большинстве сейчас. О, какая перепасовочка. И под дальнюю штангу Шаров касание отправлял передачу на Сергея Шмелева. Прямо за спиной у Никиты Михайлов расположился. Выиграна точка. Михайлов с шайбой. Сильный пас, ближний круг, бросок оттуда. И добивание Никиты Холодилина. Вот зачем Михайлов вставал за спину партнеру. Чтобы сделать пас. А там черный кругляш в воротах Самонова замер на месте. И Александр Сердцахов клюшкой оттуда выпроводил. Ну что, Никита Холодилин, поздравляем с первой шайбой за «Авангард». Ой, какой пас на пятак! Демченко спасает, шлем там слетел у него с головы. Там Хмелевский перевалился через омского вратаря и принимает на себя Буше. А это Спунер, с фланга выскочить на пятак не получится, зато бросить, да. В домик Самонова не пробил, и на этом все. На ближний борт Качев в защите оставляет. И бросок! Это Пайгин попал в руку, похоже, Кузьмину. Выпала клюшка из рук Глеба. Еще и в ногу Пайгин ему зарядил. Но чем-то Глеб насолил омскому защитнику. Спунер. Держит шайбу Райан. Пас на Пайгина. И передача в дальний круг на Ткачева. С Кузьминым, да, досталось Глебу. Здоровья ему желаем. Хорошая передача на Холодилина. Пас еще! И у Никиты Михайлова шанс. Но игра остается. И шайба в игре. Бросок от Шулока. Либор зарядил над воротами. Холодилин. Шулок. Вот снова четвертая тройка. Ну а сейчас смотрим за вот такими достаточно жесткими действиями со стороны хоккеистов обеих команд. Столкновений было достаточно. И борьбы тоже, ох, какие силовые приемы. Красота ж, согласитесь. Это только предсезонка. Ну и Глеб Кузьмин, ах, очень больно нападающему. Скорость самому включать, чтобы догнать под воротами Самонова. Хмелевский, ох, с разворота, сильный пас. И Демченко, что, шайба прижата, нет? Похоже, что да, там еще и ворота сдвинуты. Но вопрос в том, где там шайба. И сейчас мы с вами будем... Разыграли шайбу. Спунер выиграл ее на ход Телегину. Бросок от синей. И Самонов. Молодцом. 4 секунды. Время на один бросок, но он не состоится. А шайба с финальной сиреной заходит в ворота. Но засчитана она не будет. 3-2. «Авангард» одерживает победу.